26 июня 2022 года. Святилище Адар-Кайя. Ну, собственно говоря, это петроглифы. Вот тут история. Написано, что это археологический комплекс Алтая. И так далее, и так далее. Сейчас пойду посмотрю вблизи. Это мы едем по Чуйскому тракту вот в эту сторону, в сторону горных перевалов, куда? В сторону горна Алтайска. Вот это вот, собственно, и есть оленный камень, о котором написано на стенде. Или что это такое? Пишут, что здесь где-то около сотни наскальных изображений петроглифов и два кургана. Тут попробую найти эти изображения. Вот говорят, что вот там вот они есть. Подошел вот здесь вот поближе, явных рисунков я не вижу, а хотя вот вижу, вот они, алтайские петроглифы. Вот здесь вот еще корова, похоже, тут какие-то эти ослики, собачки. Вон там вот еще. Стой дальше. Вот еще. Но это непонятно, старые рисунки или уже наши вандалы нарисовали. А здесь вот перемешку. Старые. И то, что на корябле вандалы. Но все-таки старых больше. Вон там еще. Ну, видимо, там тоже их можно поискать. Вон видно, что народ туда поднимается. Но я уже не поползу туда. Ну и вон стояночка для машин. Указатель на Чуйском тракте. То, что здесь достопримечательность. Ну и нам дальше вот надо будет ехать вот туда. 26 июня 2022 года.